Так, скачать читы на Блэкраша. Не скачивай читы, они тебя погубят. Запомни это. Кто говорит? Какая разница, кто говорит? Ну, вообще, меня зовут Тихон. Ой, признался. О, короче, ты получишь бан за читы. Да не получу я бан! Ну, почему я должен получить бан? Потому что такие, как ты, долго на сервере не играют. Сейчас я тебе выключу компьютер, а дальше сломаю телефон. И все это магия. Я больше никогда не буду скачивать читы, я схожу с ума. Удалить историю поиска и забыть читы. Умничка, так держать, молодец. Все, я буду самым прилежным игроком, честно. Ну его нафиг. Эй, на связи Виталий Старк, это новая серия на проекте Black Russia. Ребята, две серии подряд мы очищали сервер от ДМщиков, и их стало меньше, потому что у них немножечко подгорел пуканчик. Наша задача теперь очистить сервер от софтиков, которые имеют фулл хп, не ломающую машину, а им автонаводочка. Для того, чтобы, опять же, нашим игрокам, которые играют честно, игралось легче и приятнее. И я, ваш Виталий Старк, сегодня буду за ними наблюдать, ну и, конечно же, наказывать. Садитесь поудобнее, ведь я желаю вам приятного просмотра, а кто кушает, приятного аппетита. Здесь читер вообще просто не палится, как будто. Пытается полетать, когда бьет, выскакивает на него античит. Это обалдеть, ё-моё. Я даже с таким разговаривать и не хочу, потому что он просто-напросто отправляется в блокировку. Не скачивайте читы, рано или поздно вас забанят. Быть читером — это не уважать себя, потому что быть читером — это все понимают то, что вы слабый человек, и без читов вы никто. Рассчитывайте это как хотите, можете рассчитывать это как в вашу сторону, кто использует читы, можете рассчитывать это как унизительное высказывание, но это в отношении читеров, из-за которых портится игра у нормальных и адекватных людей, которые не юзают никогда чит-программы. Запоминайте, рано или поздно вы отлетите в бан, и не надо мешать нашему проекту вашими читами и вашей нецелесообразностью, которая выплывает, исходя из ваших скачанных читов. Это позор вам, запомните. Сегодня я накажу вас, софтеры. Готовьтесь. Ну вы посмотрите на него. Ну вы посмотрите. Ой, какой нехороший малый, ё-моё. Да, прям безразговорочно отправляется также в полет далекий столь. Кстати, есть читы, которые, не знаю для чего, но пишут какой-то номер в чат, и потом это все дело активируется. Вы видите, как его просто шарашит, ему не айс, если честно. У него первый уровень. Вот сейчас мы с вами от него что-то да увидим. Смотрите, ну он уже летает, по нему видно, вот парит просто в воздухе, грубо говоря. Сейчас, все будет. Вот, смотрите, еще пишет что-то. Опа. И что-то активируется у него, видите? Давайте к нему телепортируемся. 958. Здравствуйте. А зачем вы читы скачали? Вам нравится играть с читами? Короче, и я не впервой вижу и стал замечать, что читеры пишут какой-то, как будто код. Смотрите, я к ним подхожу, а от него он просто от меня шарашит, смотри. Это код антиадмин. Обалдеть, просто обалдеть. Я в шоке. Вы для чего читы скачали, вы мне скажете? Для чего вы чит-программы скачали? Извините. Понятно. Короче, мы его просто сейчас блокируем, потому что можете бан. Конечно, могу, ё-моё, спрашиваете. Я для этого и телепортировался к вам, чтобы еще один софтик отлетел в банановые острова. Так, ну а здесь просто можно блокировать его, даже из-за того, что у него такой никнейм, плюс у него софт. Ну, давайте сейчас я сделаю банному
оскорбительный никнейм. Все, он улетел. А здесь человек нулевого уровня предлагает всем Назама в СК. Этот челик должен быть заблокирован, ведь это обманщик. Они зовут вас в Телеграм и потом пытаются украсть ваш аккаунт, что нельзя делать. Видите, пацан согласился, он пишет: один день 5к зарплата. Ну да, напиши мне в ТГ. Телепортируем его к нам. Может быть, я к вам на замочку пойду? В строительную компанию. Вы меня примете на замочку, а? Ну что, уважаемый игрок, я готов быть вашим заместителем. По бану. А зачем игроков обманываете? А? Расскажите мне. Не стыдно? Не стыдно обманывать на аккаунты? Я спрашиваю, а зачем вам Телеграм, если все это в игре решается? Вы что, бредите? А где у вас, какая у вас строительная компания? Я сейчас проверю. Если нет, какая строительная компания? Что вы мне говорите искать? Я спросил, какая строительная компания у вас? А, вы еще и пишете в вип-чат. До свидания. Летите в банчик. Неадекванчик. До свидания. Обнаглевшее чудовище, ё-моё, еще обманывает, пишет мне и вип флудит, чтобы ему кто-нибудь да написал. По IP надо банить таких, и чё же зайдёт, я его забаню по IP. Чё, смотрите, игрок пишет за имя другого. 1065 пишет за админи Лёки 1488. 1065, ну давайте посмотрим 1065 ID. Посмотрим его статистику, это вообще вот заблуждение. 1065. Давайте его телепортируем сюда, даже вместе с лодочкой. Идите сюда. Идите сюда. Идите сюда. Вы зачем вводите в заблуждение игроков? Вы пишете в вип-чате от лица другого человека. Для чего? Это мой ак. Вы в вип-чате пишите от лица другого человека. Вы меня вообще понимаете, про что я вам говорю? Напишите в вип-чат сейчас, что вы писали только недавно. Перешлите еще раз, вот что вы писали. Вот, смотрите, что он написал. О, айди Паскалок, Эйшкере, видите? Ну, то есть, в данный момент вы вводите в заблуждение игроков. Вы пишете якобы от лица другого человека в випке. Вы это не понимаете, что это ввод в заблуждение? Если вы это не понимаете, то это что? Это бан. Ну, я думаю, что немножечко отдохнете, почитаете правила, и все с вами будет хорошо. Сейчас вы отправляетесь в блокировку за ввод в заблуждение. Делаю вам минимальный срок на то, что вы, наверное, осознали это. Надо, надо. Надо. Ну, не только игроков, а еще администрацию. Но он осознал, и я думаю, что после этого наказания он поймет, что так делать нельзя. Ну и почитает правила проекта. Ну а здесь у нас парнишка софтиком, вы видели, да? Когда он бьет, сразу же выскакивает на него античит. Скорее всего, это пустышка, который даже подделка, можно так сказать, потому что он не Adidas, а Adibas. Сейчас посмотрим. А, у него третий уровень и использует читы. Ну, смотрите, мы его сейчас телепортируем к себе, и он нам признает свою виновность. Здравствуйте, уважаемый игрок, как ваши дела? Вы на третьем уровне используете чит программы? Для чего вы это делаете? Вам не жалко свой аккаунт, Никитушка? Не жалко свой аккаунт, Никитосик? Скажите мне, пожалуйста. Ну, у вас есть читики. Вы думаете, что убиваете наших игроков? На самом деле у вас там наводочка
и прочая всякая фигня. Для чего вы скачали? Меня обманывать, Никита, не надо. Просто так я не телепортирую. Я давно в этой системе, поэтому я все прекрасно знаю и все прекрасно вижу. Зачем вы скачали читы? Что, попробовать или чего? Мне нужно честный ответ ваш. Ну, а скажите, что они вам дали? Ничего толком, правильно? По факту. Я понял. Больше не используйте, удалите щиты, хорошо? Тем более вы мой подписчик, я так понимаю. Давайте играть нормально и честно. Удалять щиты, хорошо? Я надеюсь, что он удалит в будущем щиты и не будет больше их использовать. Мы сейчас его баним по причине щиты. И еще за одним человеком последим, там тоже на него ругается. Ну и что, он к стене подбежал? Нормально. Восемнадцатый уровень. Иди сюда. АФК офбан, здравствуйте. Ну как у вас дела, Магомед? 18 уровень и читерим, конечно, лагает. Да. Все верно. Так, мы его блокируем за читы. Нет, я его блокирую до разбирательств. 30 до разбирательств. Мы его вот так блокируем. Я его проверю. Сейчас еще зыга. Мы посмотрим этот фрапс. И уже... так, он читер, да? Да, читер. Вот. И уже сделаем вердикт и перебаним, либо разбаним, если он вдруг, правда, богоюзе. Здравствуйте, манкий! Вы, получается, обезьянка, что ли? Так, возможно... Вас можно обезьяной называть? Манки. Манки это обезьяна или как? Так, обезьяна, скажите, пожалуйста, как к вам так обращаться? Уважаемая обезьяна, вы для чего используете чит-программы, а? Уважаемая обезьяна, это плохо использовать читы. Вы знаете, доква вам? А вы стреляете в меня прямо сейчас. Стреляйте. Стреляйте по мне быстрее. Ну, читом стреляйте, читом. Короче, не хочу с вами мусолиться. Отправляйтесь на банановые вы острова, уважаемый. Уважаемая обезьянка, до свидания. Все, мы его блокируем. Бан, читы, бабам. Пташечка у нас отлетает в блокировочку. Нехороший какой, ай, нехороший. Вот, смотрите, когда он бьет, оп, выскакивает гун, якобы он его бьет. Но на самом деле нет. То есть у него есть читик. Типа у него есть ствол, оружие, это софтик. Видите, выскакивает. Давайте телепортируем его к нам. 10.22. У него второй уровень. Здравствуйте, уважаемый игрок. Стойте, не переживайте, все хорошо. Ну, рассказывайте, зачем вам читы? Спокойно качать аккаунт не можете? Читы для вас это все? Читы это лучшее произведение, которое может быть в играх, что ли? Или что, я не пойму. Зачем вы портите себе карьеру игрока, когда вы читер? Читами, что ли? Какие читы? Ну вот, смотрите, то же самое. Он бьет, смотрите, типа у него оружие, когда он так отходит боком. У него тоже читы. 734, давайте его тоже сюда телепортируем. А статистика 734, вот он. Владик, ну рассказывайте. Владик, рассказывайте. Рассказывайте. Я вас смотрю. Владик, вы меня смотрите, хорошо, а читы вам для чего, только честно? Такая же ситуация, как и у сотки. Он еще и помер. Что умер, Твою налево. Вы зачем убили человека читом?
Смешные люди. Смешные. Короче, у меня что-то все вылетело, заново пришлось блокировать. Влада я забанил, я думал, это снял, а я это не снял. И сотку я его сейчас баню, потому что он вышел, и я не успел его забанить. Причина сторонняя ПО, чтобы вы не переживали. Все, два игрока в бане, просто в бане. Ну, не в бане парятся, а парятся на Банановых островах и не зайдут на сервер. Очисточка идет успешно. Но скажу, наверное, вам одно, то, что читеров реально стало меньше. И благодарен всем тем, кто осознал и удалил эти читы. И когда-то мы вернем в проект в бесчитерное вновь пространство, где будем играть с радостью и удовольствием, как только когда открывался наш проект. И было интересно без всяких этих приблуд. Кстати, смотрите, ребят, следил за игроками и увидел человека, у которого фулл ХП, да, но на самом деле здоровье его 82. Также он несколько раз переворачивался на машине, но прочность машины у него 100. То есть вот в него врезались, прочность машины 100. Это делаем вывод, что он читер. Смотрим его статистику. У него 14 уровень, ребят. Сейчас наша задача его телепортировать к себе. Здравствуйте, уважаемый игрок, вы почему ЕППшили? Сейчас мы с ним немножечко пообщаемся, и он улетит в бан, ребята. Вы меня слышите, Вадим? Вадим, вы меня слышите? Я ждал этого. Почему ЕППшем? Вы хотите 30 минут сидеть в джайле, Вадим? Он ждал этого, представляете, на 14 уровне, или он ждал по читам. Таля, я вас люблю, это замечательно. Вадим! Ну, рассказывайте, ё-моё, рассказывайте, чё вы там установили себе на 14 уровне. 14 уровень — это не второй, не третий, который быстро можно апнуть. Виталя, честно! Чего? Вот смотрите, даже сейчас проверим. ХП 12.50, делаем 50. Опа! Ха-ха, у него полный индикатор. У вас софтик, Вадимушка, у вас софтик. Я не уважаю таких людей, вы знаете, это прекрасно, то, что вы читер. Зачем вы на 14 уровне установили читы, Вадим? Я жду от вас ответа, который изменит эту ситуацию в лучшую сторону. Меня заскамили на 4 кк из-за этого. 4 миллиона это не очень прям большие деньги. Их можно заработать. Тем более у вас год назад вас заскамили, и вы сейчас скачали читы. Вы понимаете, что вы просто за несколько дней могли бы там на водолате, на дальнобое заработать эти деньги. А вы сейчас просто-напросто лишаетесь своего аккаунта. У меня все, до свидания. Это что еще за индивидуум? Это что такое? Вы чего? Вы чего? Вы с ума сошли, что ли? Вы думали, что врежетесь в меня, и я ничего не замечу, и так оставлю, что ли, это? Нет, конечно. До свидания. Так, Fedrive 760. Счастливо вам отсидеть. Спокойненько, Пепси. Ну так что, Вадим, вы готовы? Куда? Ирония ПО. Вадим заблокирован навсегда, ребята. И лишился только что 14 уровня. А я сейчас дальше продолжу очищать наш сервер от софтов, чтобы обычным игрокам, которые честно играют, было приятно. Так, у этого парнишки есть какой-то чит. На него ругается Аму. Я даже не удивлен буду, что у него есть чит программ. Смотрите, он сдали, видит, что там кто-то есть, и начинает стрелять. Молодец, молодец. Хороший парнишка, далеко пойдет. Так, сейчас посмотрим, как он будет здесь. Вы видите, опять Ам ругается на него. Так, 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 так. Фига он фигарит. Бам, готов. Ну, ладно, мы его телепортируем к себе. 800. Еще раз ругается античит. Здравствуйте, АФК в бан. Ну что, доигрались, Куза? Давайте так, сделаем так.
чтобы меньше было, как говорится, промежутков, вы сами все прекрасно скажете за меня. Давайте так. Я буду молчать, а вы просто все скажете. Давайте. Хорошо, я понял. Вот. Я вам руку пожму. Я вам руку пожму, честное слово. Красавчик. Но. Удалите, пожалуйста, читы. Играйте честно, хорошо, Куза? Давайте по-честному уже быть. Больше не буду. Все, я рад. Мы его блокируем сейчас по причине читы. Неплохо мы так потихонечку очищаем сервер. Но читеров реально мало, и это радует. То, что люди думать начали головой. И не хотят, чтобы их просто так заблокировали. Ну, а вот эти люди хотят, чтобы их просто так сажали в тюрьму. Стойте. Попались. Все. Дальше дороги у вас нету. В смысле, мда. Попались, конечно, да. Нехорошо, дядь Федор, нехорошо. Ну все, давайте, часик посидите, а потом выйдете и еще раз можете. Я вас еще посажу. Ну или одумайтесь и не будете нарушать. Так, Федрайв. 12.57. До свидания. Все, посадили игрока. Сейчас он пропадет и все будет хорошо. Ну, вот такая, в принципе, у нас серия сегодня получилась. Я ее снимал, на самом деле, долго. У вас это вот так пройдет. А я снимал долго, потому что читеров реально стало меньше. И это респект. Респект всем людям, которые удаляют всю эту дрянь, из-за которой могут забанить ваш аккаунт. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Будьте хорошими людьми и не нарушайте, пожалуйста, правила нашего проекта. И тогда у вас все получится и все будет хорошо. Рано или поздно, все равно, люди, которые используют чит-программы, какие-нибудь сторонние, да, получат бан. Я надеюсь, что этого у вас не произойдет, поэтому все будет четко. Все, на связи был Виталий Старк. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. И следующая серия вывезет скоро. Вывезет, вылезет, выйдет. Во. Так будет лучше. Да. Все, стрим закончился. Ой, видос снял. Да, в туалет сейчас пойду. Конечно, да. Вы думали, что я забыл выключить видео? Я бы его обрезал, я же не глупый.